Привет, сегодня снимаю видео с Аришей, как мы купаемся или также моемся. Вот. Ариша голенькая, я ее укутала так слегка. Одежда у нас уже приготовлена, вот наше полотенчико. Притру я полотенчиком и заверну в эту тряпочку, вот. Сейчас мы зайдем в ванну. Вот мы, я тазик набрала водички, пусть популькается. Вот так вот она сидит, у нее ножки так свисают. Вот, так мы моем ножки. Кстати, вот это игрушка Бабибона. И Ариша ей играется. Когда мы идем в ванну, да. Тут тоже есть кастрюлька. Но это я и делаю, когда мы идем в сухую ванну. Как бы туда набираю воду. И тряпочку мочу и обтираю. Но сегодня я так не стала делать. Так, сейчас мы помоем ножки. Сполоснем так вот ножки наши. Сейчас мы возьмем какую-нибудь пенку и помоем ножки. Вот у меня рука в геле. Вот это для душа гель. У меня детского просто нету, закончился он. И мы помоем так ножки. Извиняюсь. Сейчас мы сполоснем ножки и будем мыть ручки. Так, продолжу позже. Мы протираем наши ножки. Мы их помыли, сейчас мы будем, ну вот, протерем. И будем мыть ручки уже. Побулькались. Все. Ручки будем здесь в раковине мыть. Еще водичка. Мы помоем ручки и продолжим. Мы ручки обтираем. Ручки у нас сырые. Сейчас мы будем мыть личико и головку, но это я показывать не буду. Мне просто будет неудобно. Так. Вот мы обтерли ручки. Такие у нас реснички склеились уже. Вот. Мы их обтерем. Вот. Ушки обтерем. Головку. Вот сейчас мы оденемся. Да. Мы сейчас выходим из ванны. Я ей только одела памперс. Сейчас я положу ее в колыбельку и, пожалуй, с вами попрощаюсь. Что ж, это было все. Всем пока!